акустическая система на широкополосном динамике СИС, как мы это делали в этом видео. Запиливаем передние и задние панели под 45 градусов. Как обычно, начинаем с торцов. Итак, мы сделали один из самых важных этапов. Это распил фанеры в размер и на ус, то бишь под 45 градусов. И на очереди у нас ребра жесткости. 12-миллиметровая фанера. 35 диаметров и 50. Сейчас это все отфрезеруем. Все стенки под 45 у нас, и мы сейчас ставим шпонку. Такая у нас приспособка под 45 градусов. Шпонка будет из МДФ. Вот такого вот вида. Глубина от пропила 3,5 мм. Толщина 3,2, шпонка 3. Начинаем сборку нашей акустики. Все выставили. Все по 45. Клеим на пул. Шпонки развели. Итак, готовим нашу акустику к тренировке. Ясень двойной. Здесь у нас маячки приклеены. Еще не толпом. Потому что у нас все отцентровано. Надо сдвинуться нашу заготовку. В принципе, она и так не двигается. Для центровки.
Итак, продолжаем изготовление нашей акустики. И на данный момент мы уже вырезали отверстие, отфрезеровали под динамики. Напоминаю, что это широкополосные динамики, ровно по этой причине. Динамик здесь один. И сразу нам открывается внутренности нашей акустики. Вот такие ребра жесткости. Довольно-таки хитрая и очень жесткая конструкция внутренних распорок. Призвана эффективно бороться со стоящими волнами. Мы продолжаем отделку нашей акустики. И сейчас мы ее заливаем на второй слой черной матовой эмалью. Переходим к установке динамиков. Положили немножко звукоподавителя, сейчас еще сюда добавим и ставим клеммы. Клемма у нас Дженсен, соответственно, заблудили концы. Вставляем до упора и паять не будем, это под винт клеммы. Итак, укладываем наши провода. Соответственно, не забываем так, что у нас плюс справа, а этот слева. Вот видно, колечко одеваем. Работаем в перчатках, чтобы по возможности не оставлять следов на корпусе. Прикрутили наши клеммы вот таким образом, парочка. Практически уже все готово. Делали на широкополосном динамике СИС. Это серия Prestige 8 дюймов. Соответственно, вот таким образом два напольника черные, текстура ясеня, но покрыто все черной эмалью матовой. Степень глянца 15 глосс. Изготовлен корпус из фанеры березовой. Стенки 18 мм, передние 22. Динамик у нас утоплен, естественно, в паз. Поставлен на винты DIN 912. М5. Там установлены втулки резьбовые. И, соответственно, на задней панели мы видим одну пару клемм. Внутри, как я уже показывал, довольно-таки хитрая система ребер. То есть перегородка вертикально и поперек с отверстиями, дабы избежать
стоячих волн. На нижней части мы видим подставку, изготовленную из МДФ, толщина 30 мм, проставка 10. И в подставке у нас установлены втулки под шипы. Соответственно, система вес ориентировочный 20, наверное, 22 килограмма.